Надо вернуться в Лост-Лейк. Надо на север. Надо спасти Бухаря. Рики. Майка. Я не могу спасти сам. Не могу, но их не могу спасти. Господи, прости меня, Сара, прости. Я не сдался. Я что-нибудь придумаю. Я еще вернусь за тобой. Я тебе обещаю. Я вернусь за тобой. Надо на север. По шоссе к Сантиам. Теперь путь свободен. Да, так быстрее всего. Что, получил? Сантиам. Это сюда. На север. Блокпост. Черт, его здесь раньше не было. И не обойдешь. Лом всегда нужен. Thank you.
Это все, что ли? Куда вы все делись? Ну да, так я и думал. Держись, Бухарь. Я скоро. Да, походу, взрывать придется. Вали, побег. Он трус и дезертир. Убить его! Расчистили тоннель. Спасибо, Шиза. А черт, они заняли старый блокпост Неро. Тут без боя не прорваться. Ну ладно, приступим. Убирайтесь с дороги, козлы! Попался!
нет тока. Ну, конечно. Не-а, не туда. Кухарь, ты меня слышишь? Ответь. Кухарь, прием! Дик, это ты? Да, заносите их сюда, быстрее! Эдди, заносите раненых! Кухарь! Дик, я рад, что ты жив, брат. Ты бы нам тут пригодился. Заносите внутрь! Быстрее, быстрее, давайте! Берегись! Я скоро буду, я уже рядом. Слушай, к вам едет Шиза. Ему нужен ты. Они прорвались через ворота! Быстрее, быстрее! Пусть попробует, Дик. Пусть попробует. Кухарь! А? Черт! Рики, лагерь Lost Lake, ответьте. Рики, Майк, прием! Эй! Эй! Они отступают! Они бегут! Да! Мы победили! Где Шиза? Никто не видел Шиза! Мы победили, брат! Точно! Перебьем гадов! Всех до единого! Где этот хренов Шиза? Да мы тоже искали! Никто его не видел! Ну все, погнали уже! Ты расслабься! Не уйдет он от нас! О, Дик, слава богу, пошли! Рики, что случилось? Железного Майка подстрелили! Чего развалился, лентяй? Я пришел на рыбалку тебя звать. Чем людей-то кормить? Ты нашел ее? Ты нашел ее? Жену свою? Да, Майк, она снаружи. А ты привел ее? Да. И знаешь, я бы ее не нашел, если бы ты не помог. Да, славно. Славно. Покажи мне ее, небось. Она красотка, раз ты так старался. Как моя Элизабет. Тише, тише, Майк. Ну-ка, Майк. Майк, тебе надо это принять. Нет. Нет, ни к чему. Не надо. Я могу. Итак. Давай, Майк, осторожно. Я ошибался, Дик. Нет, нет, нет. Мы все наладим, Майк. Когда ты поправишься, обещаю, мы все еще... Я был неправ. Делай то, что должен. Что ты защити лагерь. Рики. Да, Майк, я тут. Я тут. Майк? Майк?
Нелегко это сказать. Майк погиб. Он хотел... Он увидел Шиза, когда ополченцы отступали, и, как водится, хотел поговорить. Ну, и вот. Я... Заткнитесь! Заткнитесь! Речей не будет! Майк бы этого не одобрил! И у нас тупо нет времени. Поскольку вот эти сволочи... Их осталось еще много! Очень много! Я был в их лагере. Я видел их армию. И когда они вернутся, они прикончат всех вас до последнего. Ну, попытаются. Надо ударить первыми! Эй! Эй, тихо! Заткнитесь! Слушайте! Железный Майк ему доверял, так что и вы тоже должны. Не-не-не, ты что? Командиром я не буду. Я не Железный Майк, я простой намат. Вот как? Ну, катись. Нет, я вас не брошу. Посмотри на меня, послушай. Короче, найди Буха и отправь ко мне. Смотрите, вот что я нашел в бункере выживальщиков. Это же... Да, именно. Нам нужен грузовик или что-то большое, типа самосвала, и мы навалим в него удобрение. Нитрат аммония? Да. Смешаем с сотней галлонов криозота. Бомба из удобрений. Такой план? О, Господи. Ополченцы превратили весь остров в свою крепость. Гражданские сидят по пещерам. Еще есть рабочие и те, кто считается неподходящими для службы. И есть арсенал и гарнизон прямо за воротами. Ударим сюда и вырвем ополчению самое сердце. А как же Сара? Ну, она в пещерах, которые называют Ковчегом. Стоп! А с чего ты взял? Что они не убьют там всех вообще, Сару и всех остальных? Я не знаю, но после взрыва начнется суматоха. Я побегу, найду ее и выведу, пока там все носятся как полоумные. Поймите, дело уже не только в Саре. Полковник объявил войну нам всем, а за ним стоит настоящая армия. Железный Майк и прочие – это первые жертвы в этой войне. А война будет короткой, если мы не нападем первыми. Я не говорил, что план будет хорош. Дик, да он реально дерьмовый. Ты со мной, брат? Я за движуху. Ладно. Но одни мы не справимся. Хорошо. Если кто захочет присоединиться, ставь их у южных ворот. Угу. Потому что, когда рванет, все ополчение ломанется к главному выходу. Нам нужно кое-чем запастись. Вы чокнутые. Привет, Дик. Как дела? Блэр, отлично выглядишь. Отлично. Вот так. Ага, хорошо. Ну ладно. Эй, Дик, береги себя. Есть охрененные товары. Бас, как дела? Если вспомнишь, что нужно, приходи. Если что, я здесь.
как дела? Отойди. А, Дик. Привет. А это что? А, его спроси. Ну, машина же размером с танк. Угу. Я подумал. А почему не танк-то? Твою же мать. А оно что, работает? Сейчас посмотрим. Ну-ка. Работает. Пора загружать. Я знаю, где достать удобрение. Маякну вам, как буду готов. Давай. Пару недель назад мы с парнями... Что теперь? Я думаю, удобрений должно быть полно на ранчо Iron Butte. Ранчо Iron Butte? Он тут уже бывал. Да, упокоителям оно больше не понадобится. Это ведь раньше был гольф-клуб, так? Значит, положено было за лужайками следить. То есть, там будут всякие газонокосилки и... Удобрения? Слушай, точно? Я поехал туда. Как расчищу дорогу, сообщу Рике. А ты тогда подгонишь грузовик. Хорошо, брат. Конец связи. Что ты ищешь? Лады. Запчасти нужны? Найдутся. Отлично. Что-то еще? Буду ждать. Пару дней. Если что нужно, ты всегда заходи. Ну, гнездо Фрика. Как жизнь, Дэймон? Оттуда вышла их баба. Как бишь ее? Банша, что ли? Эй, Дик, как твои дела? Как дела, Мэнни? Буду ждать. Не-не, я еще кое-что поищу. Давай, увидимся. Ну и что теперь? Ди, ты меня слышишь? Шиза, да ты совсем обнаглел. Отлично, брат, ты на связи. Слушай, я пытался остановить их, честно. Я не хотел, чтобы они убили Майка. Не хотел, чтобы вот так все вышло. Капитан, полковник вызывает вас к себе. Да-да, скажи, я уже бегу. Капитан, быстро же ты заслужил повышение. Все эти игры в армию показуха, ты сам знаешь. Ну послушай, братан. Какое тебе братан? Ну ладно, просто ты должен знать. Когда Коури тебя освободил, полковник рассвирепел. Он решил, что она причастна. Он с катушек слетел. Хотел убить лейтенанта Уитакер. Ты слышишь, Дик? Дик! Да, я слушаю. Но я ему помешал. Я сказал ему, что это отрава, которую она готовит. Ее можно использовать не только против фриков. Допустим, есть вражеский лагерь, у которого один единственный источник воды. И если вылить туда пару галлонов яда, может, это решит сразу кучу проблем. В общем, полковнику эта идея понравилась. Он назначил меня ответственным за ковчег. Теперь
отчитывается передо мной, Дик. Передо мной. Что тебе нужно, Шизо? Я просто хочу тебя предупредить. Они идут. И мне их не остановить. Они идут, и на этот раз полковник бросит против вас все силы. Ну и пусть. Мы никуда не побежим. И на этот раз мы будем наготове. Слышь, Дик. Капитан, полковник ждет. Да иду я! Выметайся! Дик, мне надо идти, но... Я скажу лейтенанту Уитакер, что ты передавал ей вот наилучшие так. пожелания. Конец связи. Ну, чтоб ты подох, Гадова. Дик, ты меня слышишь? Да, да, Рик, слышу. Я просто спасибо сказать, что вернулся и помог нам. Жаль только, что я опоздал. Ты не опоздал. Мы его остановим. Мы остановим Шизу, так ведь? Да, мы его остановим. Я тебе сочувствую по поводу Сары. Не представляю, каково тебе сейчас потерять человека дважды. Я ее еще не потерял. Мы делаем охрененно большую бомбу. Ты не забыла? Ну, мы рады, что ты вернулся. Ты нам нужен. Рики, он... Он не виноват. Железный Майк, в смысле. Он просто пытался сделать как лучше. Ясно. Конец связи. Но вы это, не расслабляйтесь. Я вернусь и перебью всех, кто остался. Тут только и водится, что убийцы, намады и бандиты. О, черт! Нет! Это Орда, это Орда! Надо избавиться от них, иначе, когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи Рики, что это надолго. Потому что прямо у нас на пути пасется Орда. Орда, хочешь, мы с Рики выберемся к тебе, поможем? Нет, нет, нет! Я уже усвоил на горьком опыте, что их надо валить в одиночку. Иначе будем друг друга подставлять. Тем более, Рики говорит, ты теперь начальник охраны, значит, тебе положено сидеть в лагере, сдавать всем задания, ну, бляху свою полировать и все такое. Ну да, забыл выбросить у Майка бляху. Короче, Майка больше нет. Теперь, глядишь, должность отдадут кому-то другому, а я пойду снова на грядках ковыряться. Ну, это вряд ли. Слушай, да мне вообще до лампочки. Ну, ты скажи, как будешь готов. Рики уже рвется действовать. Конец связи. Ладно. Уже.
Друзья мои, вот и все. Господи. Да. Бухарь, ты на связи? Путь свободен. Пусть Рики подгонит грузовик. Понял. Слушай, у нас для тебя есть сюрприз. Прекрасно. Жду не дождусь. Конец связи. Еще один трофей. Можно что-нибудь сместерить. А это у тебя что? Подарочек от Рики. На байк не сяду, но уж передачи переключать смогу. Ого. Тормози вон там. Ладно. Охренеть. Этого нам хватит. Ну, что дальше? Криозот. Я сообщу, как буду готов. И откуда мы достанем 100 галлонов криозота? Лучше тебе не знать.
Винсент Джон, это Коупленд, прием. Дик, слышишь? Привет, Коуп. Дай угадаю, у тебя для меня дело? Лады, я загляну, как получится, отбой. Открывайте, сколько мне тут ждать? Да-да, пустите. Так, заходите. Что случилось? Подстрелили. Там, через дорогу. Нужно собрать отряд и догнать их. Не, меня это не касается. Они забрали Мэнни. Ты послал Мэнни за припасами? Я руковожу лагерем, Дик, а не лезу со своими советами. Иди ты, Коу! Я работала в обществе защиты. Коуп, я нашел его байк. Попытаюсь отыскать его самого. Я узнал, что они устроили засаду на шоссе Сантиам. Да, я уже нашел. Конец связи. Это мне нужно.